Кит-кит я. А знаешь, ты клип? Нет. Создавай персонаж своего вонючего. Создаю своего вонючего персонажа. Я должен признаться, камин-аут сделаю я на ранне. Какой? Суби был мой лучший друг. Жесть. Приятно. Мой приятно. Дружбан тупо. Другалек. Надо я как Субабл называю друзья на века. Жесть. Жестко, блин. Готов? Ага. Три, два, раз. Чедогоп. Если ну или можем быть добро. Наконец-то. Но не так. Будь добро. Слушай, сегодня ты только лучше. До встречи. Нужны вещички. А блять, отъебись. Пока. Отъебись. Отъебись, отъебись. Мы, возможно, еще долго бежим по локациям. Да? Какой это 100%. Ты хлип, а бы ты кит. Локации ебанутые, блин, попадаются сегодня. Да. Этим ничего не сделаешь. Карточку не пропустил. Чуть не пропустил? Да, но не подобралась. Я позорился. Так, я помню, здесь налево пошел. У меня случилась беда. Хотя тут направо некуда идти. Я понял. Это очередная залупа, блять, а не карта. Можешь от Кицулькин, да. Просто обычно как локация выглядит? Ты идешь по улице просто, по дороге. Приходишь к этому конвенционному люку. А сегодня, блядь, тебе надо нырнуть куда-то под землю, блядь, обойти через здание. Какие-то, блядь, преграды повсюду. Бывает такое. Thank you.
два ящика с одной стороны и с другой. Жесть. О, повезло, повезло. О, повезло, повезло. Блять, куда? А, сюда. Куда? Туда-сюда, туда-сюда. Проклятие агрессора, чешу. Смотри, пожалуйста. Снижает получаемый урон на 15. Повышает агрессивность врагов по отношению к владельцу. Радиус их внимательности 200. Mm-hmm. Снимай. Залупа. Залупа, лупа, богина. Может езжать, кстати. Подрал. Это нам пригодится на боссе сейчас. Поставишь? Пыль нашел? Да, да, да. Угу. Это было ужасно. По-моему, тебе убивало. Блять. За тобой бежит сторожник. Что, кулаками, да? Давай разберемся, как мужики, блять. Гнида. Я еще во время боя разделся случайно. Сука. Блять, я заразный нахуй. Не повезло, не повезло. Сидеть не обязательно, кстати. Да? Сидеть не обязательно. Я заразный. Так меня это бегут, ты же просто лутаешься, чел. Я меньше залутаю. Планю. Прямо. А, где ты понял? На этих локациях все равно нихуя нету. Патронов у меня нету, кстати говоря. Но тебе только дерево убить. Ну куда, направо или налево, ебать, интересно? Направо. И метро надо найти. Блять, я бежал за кольцом, думаю, это, блядь, плен знаний ебаный. Бать, у меня какой-то туберкулез. Откашляет. Залупа, лупа. Может, Кисулькин. Вообще ничего не собрал. Даже не отбежал от дерева. Ничего страшного. Это было ужасно. Что за запах?
Нас понюхали. Тут еще иногда где-то мобы спрыгивают, которые кричат и станут. Ну что-то я их очень не видел давно. Да. Это вот такие мини-боссы. Мини-пиги, так называемые. Мини-пига. Да, блять, в какой-то какашке застрял. Бабл красивый, тогда я же ответил. И ты красивый, и Яша красивый, все красивые, да. Мир красивых людей. Я с красивыми, не, с некрасивыми не дружу. Жесть. Что такое? Сердцеед! О мой бог! О да, детка! Do you love the way? О, вылез, кстати. Кричать сейчас за лупа. Да. Вспомнишь говно-то, оно, как говорится. Отъезжай. Крикнул тебе на ушко. Да. Мини-пигнул. Как свинюшка. Угу. Умер от кринжа. Ты тут? То я, может быть, ты? Сосу. Защити пост. Сосу, может быть, плетешь. Да блять. Да блять. Плюс сосать. Будет кнопка? Рано же еще. Большая дядя идет.
Лучники. 5 секунд, чё. Блять. Я из ноги прям въебало, да. А хули она, блять, бабка сидит, ебаная. Реально, бабка так еще и сидит. Настойка из красного семени. Вкусно. Ага. Красный семен. Встретиться с корневой матерью, мы с ней даже не встречаемся, кстати, не понимаю. Она на базе тусуется, она апгрейдит эти хилки, кстати. Mm-hmm. Что она нахуй? Я еще по тебе стреляю. Угу. Кто по моему дрогу стреляет, бля? Еще кольцо, кстати. Каменный столб, неплохо. Вроде норм тема. Да, ну все, короче. О, там что-то есть. Понял, иду. Только что, блядь, отпиздил кулаками, блядь. Это не еда, блядь. Там что-то есть, но я как-то этот... Примерно как выглядит? Там переулок такой, типа, тупковый. Понял, да-да-да. Вижу. Угу, книжка, наверное. Да. Да, сука, издалека вообще непонятно. Ну ладно, книжка тоже неплохо. Кольца-то да. Вроде есть. Кольца есть, да. И талисман есть. Осталось еще железо, конечно, полутать. Не откиси. На радуге появится. Да, полу тут. Подкиса? Не-не-не, подожди. Ну если что-то рядом есть, то. Не, ты говори, когда откисать конкретно. Ну, можешь уже откиснуть. Ну мало ли, я не знаю, может, ты видишь что-то. Не, ну прям ты говори, когда прям все надо. Окей. Ни одного ящика не нашел. Прям жестко надо, да? Прям. Угу. Это дракон, ёбаный, сука. Так, у меня есть, значит, ты пистолет используешь. Да. Блин, заебал! Почему только у меня такая тупня работает? Не-не, у меня тоже работает. Обычно кто позже заходит? Ага.
блядь, уёбок. Братик, пистолет нужен. Его. Блин, дракон ты пиздец, конечно, вонючка. Дракон это душный босс. Зародишь меня? А. У тебя адреналин-то есть? Один штук. Используй. Рано. Блять, тут видишь? Я слишком поздно назад побежал. Я заебал. Там прям возле багажника. Ну, точнее, как вот задница, типа, начинается машина. Только переступаешь начало задницы и обратно. Иди тут на курина. Курим тут. Батсёт. В лабиринте есть, но... Ну теперь можно. Можно? Да, адреналин. Главное не свалиться тут. Бабис. Быстрее ли будет, как только заходишь в лабиринт, сразу откиснуть, чтобы тебя монолит тпшнул? Хз. Ну а что, мне активированный, по-моему? Активированный. Вот ты мимо только что мимо не убежал. Но. Да. Просто, когда ты появляешься, ты должен еще типа до него добежать. А так, так можно сразу умереть. Впереди оказаться. Я таких не... Есть тот, он не из... Конечно, его зовут... Он... Как и все... Да иди ты нахуй! У меня будет доброго... Да иди нахуй! У нас сегодня весь день одни и те же локации попадаются.
Бонусы. В прямом. Тут эта хуйня по-другому может начинаться. Там в центре типа такая вышка. Я тебя понял, друг. Ну, открывайся, говно. Дурак. Блять. Ну туда зашел? Все туда. Можешь откиснуть. Прям можешь или нужно прям? Уже. Блять, там ящик был. Когда уже. Ладно. Там ящик был, сука. Оно. Хуй с ним. Хуй с ним, блять, у нас проблема, блять. Опа. У нас проблема. Ёбаная локация. Зато будет и чпачмак. У меня наушники сейчас сядут, кстати. Надо батарейку поменять. Ну пока мертвый будешь. Собаки, блядь, заебали. Можешь умирать. Поменял наушники? А, все поменял. Квартиру не шли. Ну я дохуя наултал сейчас, блин. Как минимум плюс 8 должно быть. Посмотрим. Она на.
Не, нихуя. Плюс 9 всего лишь? Плюс 6. О, плюс 7. О, повезло, повезло. Удачи. О, повезло, повезло. Да, блядь, какие вопросы нахуй. Здорово, что... Сука. Извини. О. Вопросы? И... Многие... Я с ним болтаю, алло. А, просто нам... а, я тебя понял. Конечно. Пиздец, я с ним болтал, стоял, я не знаю сколько. Много. Иду. Сеть, блядь. Случайно нажал, блин, и все, блядь, это пиздец. Горишь? Я знаю. Жопа шкварчишь. Тесла, блин. Шо? Как чё скажешь, хоть стой, хоть падай. С чего это? Ну, про жопу. А чё я сказал про жопу? Что, горишь жопой? Скорчишь? Блин, ну это жестко. Жестко. О, что-то лежит, возьму. Бери. Патронов, конечно, у меня нет вообще. Радиоактивная залупа. Спасибо. Нам сегодня чисто одно и то же. А, я понял. Аня, может удалить. Может, это по дням недели, типа, рандомец. Никого знает. И не удивлюсь, если сейчас еще раз волк будет. Ну, как будто 10 раз подряд обезьяныч, потом 10 раз подряд волк. 10 раз подряд радиоактивная губой по залупе. Радиоактивная залупе по губе. По губой. Бля. Иду. Буду. Буду, уду, буду. Патронов. 10 штук. Не, вообще нет.
Блядь, ты куда? Лю Кэнг. Налево, направо, куда? Направо. Не знает, не видит, не вижу ни карты. Да ты чё, блядь? Да, у них ебанутый какой-то. А, я туда пошёл, понял. Радиус. Блядь. Блядь. Я вообще заблудился, блядь, это пиздец какой-то. Я чё? Всё, откисай. Там по прямой надо было пройти просто. Ну там в любом случае нам нужно было отдохнуть, патронов нет. Что нормально, да? Ну зато Томик на лутал. Томик. Кто там? Где опять деревяшка. Походу. Да? Ебаная причем. Ебанулькина. Хуй ты вообще деревяшку забыла, да? Да хуй знает. Блять, сколько можно вставать? Что такие? Вертит. У меня прям ноль патронов. Эмма, ноль патронов. Он покакал уже, да, давно. С возвращением. Он покакал давно. Он покакал давно. Я покакал. Давно. О-о-о. У Вуда. Вуда, я Вуда, бич. Ботинки, да? Ботинки. Блин, я же могу тут переодеваться. Но... Какой рекорд за сегодня был? 1:08.
по-моему, или какой? Сейчас 08, да. 08, 7. 5, 10 минут 10-го. Где, Ванечка? Бегу, бегу. Я переодевал штаны, обосранные. Дага, к товару. Ну двое у тебя, чего стоит? У меня тут все, блядь. Ебали, суки. Бегает. Патроны залутать все. Вуду юхуду бич. Тесла накакал в кувшин. Тебе трах. Талант открыт, убийца хороля. Что за талант такой? Не знаю. Это типа, если ты пойдешь других королей убивать, то ты не успеешь. А тут другие короли есть? Нет, ну что это за талант такой? Талант убийцы королей. Просто представь. Штанишки переоденешь? Да. Я, блядь, ебаная записка, иди нахуй. Я записка. Брал записку? Охотника. Жестко. Сколько у тебя адреналина? 35. Да ты охуй... А, у тебя остается же точно. А у тебя сколько? 29. Куда вот, блядь? Ну сюда, куда-то. Одному на каждого. В этом не было смысла. Да, надо было просто снизу пробежать. Да? Ну. Ну хуй знает. Тогда... Бля, вот это вообще непонятно. Колокольчики, кстати. О, колокольчики. Да. Беги тогда, я про колокольчиковую пробью.
От бабулькой. Точно туда побежал. А зачем штаны менять? Ну, потому что у нас комплект брони, типа, такой. Если три сета на тебе надето, не сета, а три шмотки, то у тебя сет дает бонус. Складывается, типа, из трех шмоток. Как сетовые наборы, типа, в Диаблах всяких. В World of Warcraft. Да, блядь. Я знаю, что ж, факультет. Они пытаются. Спасибо за королева держит. Блядь. Зачем я меняю? Ну, чтобы тоже получать... Я не могу в эту игру играть. Это самое просто идиотское исполнение, блядь, диалогов. Не жми все подряд. Да пошли они нахуй. Ты же вместо столпа волка надел, да? Ой, бля, я забыл, вообще не надевал. Ну, наверное, да, вместо столпа. Это кровопийца же, это круто. Серсеец. Да, ты смотришь, серсеец. Сыроед, блядь. Происходит мясо. Воду я буду бить. Камень баланс, интересно. Хуйня, по-моему.
Ты же носил, потом поменял, потом вернул. Сначала бегал. Че? У меня патронов ноль, кстати. Осторожно, лучник! О, спасибо. Вот это ебаная локация. Та самая ебаная. Блять, господи, ебать, я не туда пошел. Боже мать. Это пиздец. Блять. Посидим, брат. Ну да. Чел с колокольчиком, да, блядь? Ну, это полегче, чем, блин, чел прыгающий. Хуй знает, такая же, блядь, хуй сосна. Ну, по-моему, колокольчик подставил где-то. Или нет? Хуй знает. А, да, вот здесь. А вот здесь вот это поставили. Блин, ну нихуя не видно. У меня минус патроны. Засунь этот колокольчик себе, знаешь, куда? Реально. Черное животное с микрофоном за 300 рублей. В смысле за 300 рублей? У меня микрофон за 3000, блин. А тут пиздец. Блять, я как обычно не туда пошел. Прямой. Прямой. Сука, тут пиздец, тут набор везде, чел. Ой, блядь, чел. Блядь. А чё ты молчишь, блядь, не говоришь? Ты просто беги по прямой, блядь. Ты далеко вообще? Да я отъехал. Бля, ой, просто беги, нахуй. Никуда не сворачивай.
Я думал, ты там что-то увидел, нашел. Ага, залупу нашел, блядь. Залупу лупу. Это собака ебаная, так же готов колокольчик. Ты понял, про что я вообще? Ну, какой да. Верхний, какой правый, какой левый? Ну вот мы сейчас идем, типа справа колокольчик от тумана и слева колокольчик. Да, 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 да. Вот кто-то, что справа, в него нужно будет два раза выстрелить. Ну ты мне говори правый, правый, потом левый. Хорошо. Вот ты вот сейчас должен правый выстрелить. Чего, блядь? Я прям сейчас должен стрелять, ебанутый? Ну ты добеги до него и выстрели. Первым? Да, да. Ладно. Вижу. Стрельнул. Еще раз, правый. Стрельнул. Левый. Корень становится сильнее с каждым днем. Тебе больше заняться нечем. Теперь понял? Теперь понял. Ты хочешь, щенок? Хочу к маме. Хожу, хожу. Жизнь, да? Я так быстро умер, что меня аж впечатало, типа, в землю. Это нормально. Жесть, паркурчик. Паркур, паркур. Арабская сальто! Паркур, паркур! Микрофон за 30 рупиев. Прикольно. Это вот у меня такой микрофон. Ну, у тебя вообще нормальный микрофон. Да? Ну. Я думал купить этот Hyper Cloud. Да это нахуй тебе надо. Чтоб, не знаю, получше было. У тебя так все нормально, просто лишние деньги тратишь. Труд. Ну ты мог, чем могу. Да. Оно дей, конечно. Блять. Удачи тебе. Выходим. Чел. Ключ ты взял? Ну, должен был, да? Тут я с ним поговорил. Но заходи. Да, да, заходи. А то ты там что-то не то нажал просто. Не, я потом продолжил вместо того, чтобы уйти просто. Я подумал, вдруг ты типа сразу нахуй вышел. Да. Да. Ну, сука, не дай бог, это не час 07. Ну, у нас супер крутое время, чел. Чё, сап-час сейчас прям идет? Ну, нет. Сап-час мы не успеем. А сейчас 58 минут. У меня ещё тут книжку по пути собираю, кстати. Да-да, нормальная тема. Ура! До 20 в этот раз прокачались. Что до 20? Очков. А-а-а. 20 здоровья прокачали. Реально. А что ты там в меню делал? Я прокачивался. Ты, блядь, я ты... думал. Ну. Я думал, что я рядом. Ну, что дотянется. Так я бы все равно не смог, ну, типа, чел. Там нельзя нажать, пока ты в меню находишься. Я понимаю, но я думал, я быстро смогу. Все успеть, пока включается. У тебя адреналина нет. Я опять кака захотел. Кака-кака. Прям перед боссом? Прям перед боссом. Че, подожжешь, схожу покакаю. Давай, че. Если надо, если не втерпешь, прям.
боже. Ой-ой-ой. Уже лезет? Уже булькает, блядь. Да тут либо два варианта. Ой, блядь, с первого раза только его. Так не смейся, а то булькнет сильно. И все. И уже никуда не надо будет. А хотя тут заставка, блядь, 7 минут, чё. Заставка 7 минут? Ты бы думал, что успеем? Ну, если учитывать, как ты сегодня утром какал долго, то, наверное, нет. Не утром, а днём. Ну, днём. Всё будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают. Думают, что их жизнь чего-то стоит. Да, блядь, быстрее, пиздец, скотина. Да, я в туалет тоже захотел пока пописить. Ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Мне, кстати, этот когтистый не попадался один раз только, блин. Да. Он мне только-только понравился, блин. Да. Прикольный босс. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Лучше, чем деревяшка. Лучше, чем деревяшка, да. Сколько бы раз они не восстали, они проиграли. Мы поглотим. Так, пока хорошо идем. Там же титры, ничего такого показывать не надо, да? Какая разница, в принципе, я отойду сразу же. Ну да. Вы, блин, не отъедь на этих катышках. Да я постараюсь. Он на тебя садился. Нет, на меня. У меня, кстати, всего один дымок остался. Понял. На тебя. Да. Я заюзаю дымок. Давай. Давай вот ты один тебе, один мне сдадут. Давай. Набирай его. Набирай. Все, я вышел. А, окей. Ладно, и так сойдет. Пистолет нажми. Уверен? Я сам нажму, у меня раскатился. Похуй. Тут уже можно выходить, пойдем, три хватит. Да, ухожу. Ой-ой-ой. Пыль, пыль, пыль. Кинул. Да ты заебал! Блять, добиваю его, чел. Час 04. Нормально. Блин, я думал, он уже все раскрывается, а он, оказывается, еще как да, кидает. Да, да. Ну и надо настрелять ему побольше, чтобы он раскрылся. Но у нас стаков, видимо, мало было. Че, отойду? Давай.
У, нормальное время. Нормально такое время, блин. Спасибо, спасибо. Утром, днем и вечером. Три раза в день какает. Да. Все правильно. Нечего в себе всякие каки держать.